лучше фармить. Типа, я хуй знает. Призом Бэтфокс похилите, там кто-нибудь из вас. Там, блядь, Бэтфокс сама. Призом похилишь хотя бы, с рука побьешь. Хотя бы ребро, хуй знает. Я он уже с ДК вышел, чтобы ты души дофармил, блядь. А чё, они же одинаково всем даются. Нет, там, если кто-то фармит души миликами, то ты, ну, алло, кто последний ой, ударил, дай тому души и дала, понял? Пиздос. Угу. Если на грани, там всем считается вроде. Ты грань сделал уже, а я нет, нахуй. В смысле? Я понял. Ну, типа, ребро, я думаю, надо, точно, потому что там пробивает танков. Вот на леди, я думаю, уже нахуй не надо. Спекнешься на леди уже, дамагер. Да и, в принципе, корабль не надо, этот самый. Чего там, сумонять нет? Блять, читаю ПМ Хинкаленко. Вопрос возник, а КВ на посох завтра кому-то даваться будет или мне? Можно его получить. ХЗ, пишу. Не знаю, блять, Хинкаленко, хуй знает. Так, а кто танки? Кирсори хочет поработать, да? Вообще нет. Все, спекайся, аж поздно. Будешь сейчас это ебалом торговать. Ой, блядь. Виланша соло не затанчит. Чотнет. Че, где еще челики? Алло, блядь. Танатос, нахуй. Да так-то, ну, охота, чтобы и пронести, и еще. А, Лингрен же есть. Хули я тебя напрягаю. Ну, Лингрен, если что, если вдруг... О, а я танканочу. Ёбаный. Ну, пока будьте все равно, Кирсури. Сейчас, тем более, нету никого. Мандарин, тьфу. В смысле, на замене? В рейд. Хпалом, нахуй. Сейчас у тебя вела не освободились. Чистец, блядь. Сука. Если он самой, то будет Фокс хилит. Валик, говорит, разрабатывай. Да какой валик, ебать, я тут, ну, типа, как он называется? Ёбаный этот. Грань тьмы, нахуй. Разрабатывай. Мочи хочешь палить под боссов, блядь? Да, блядь. Хили за гранью, да и все, какая разница. Да, блядь. В одну грань, блядь, в другую валик. Ну, слушай, а грань с босса все равно души не сосет, ну вот заебись. На трэше с гранью там... По-моему, сосет она, блядь, с боссов. Нет, с боссов босс сосет. Нет, с боссов только ВХ сосет. Так что все. Не, она не сосет, но она засчитывает одного, вот я по нему ударил. Нет, нет. Нет, босса нет. Нет, босса нет. Не считает. Да вы гоните, вы гоните. Из суммонных юнитов не считает. Ну, да, Лингрен, нет. Тебе дамаг придется давать, потому что гомосек есть. Танк. Лингрен говорит, тебе придется давать, потому что гомосек есть. Ну, сейчас вот призана можно свичнуть на этого, на Мэтфокса, например, пока что. Мэтфокс, сука, сова, блядь, единственная. Да надо на ребре хотя бы. О, бидон, нахуй. Все, сейчас нормально будет все. Во, меня убирают все с того пати. Бидон накидываем. Призен. Призен в ДД можно. Блять, смотри, ага. Этих миликов дохуя, РДДшников нихуя. Ну я не знаю, типа. Блять, ты мне пишешь, я, понимаешь, не читаю эту хуйню. Вагоном нахэпали. А, транквила? Уже обычно. Ты сейчас хочешь? Сейчас иди, давай, иди. Я могу зайти на хэпале, могу на хэпресте, если надо похилить. Давай на хэпале заходи, хэпал познатнее будет. Ладно. Ты танков поддержишь хоть. Окей. Тогда призана освободим уже стопудово. Я тут не знаю. Там только 2Т4. Да поебать. Хоть 0-4. Хэпал это окей. Хэпал, блядь. Окей, окей. Хэпал топовая хуйня. Гомосек, ты тут? Короче. Так чё, я спекаюсь обратно, Войт? А чё? А чё? Да, да, раз он хэпалом съел, да. Так.
Так, ты заходишь. Он у тебя связан, нет? Хпал нет. Транкуила. Вот этот, да? Надо связать. Да, да. Что там на нем есть, ИП, нет? Ну, что-то было там. 2736, запомни цифру, а то сейчас удалится. Так. Ты. Блять. Тра. Блять. Это не тот язык. Так, сейчас релогнусь по-быстрому. Да, сука. Так-то можно бить этот мобов. Ну, нормально. Все, соединил. Это кто там? Ты себе какую-то... Я понял, Транквила. Ты какую-то делал себе это Вилания, как он называется? Кого? Зимга, блядь. Дай, блядь, мозг включится, нахуй. Ну, в Ашку, нахуй, или Tell Me When какой-нибудь, на лужу, нахуй. Надо это вообще? Не-не. А зачем тебе на лужу? Не, зачем? Ты делаешь... почувствуешь, что ноги в воде, короче, все нормально. Не, типа, это все не надо делать. В принципе, ты подкаты их, блядь, отдаешь, как правило. Ну. Алло. Ну да. Собрали ты уже? Только чувствуешь, что запах. Ой, полбу не дало. Сразу новую лужу, и все. Алло. Ну, допустим, алло. Дало. Алло. И что? Алло. Алло. Дало, блядь. Дало. Мне, ну, мне, допустим, сейчас в голову нормально дало. Алло. Да сколько выжрала? Ну... Ну, почти 500 грамм, там 450. Что, ты выжрал самогонку? Да. Паша, что, понял, что такая самогонка была охуевшая, такая холодненькая, запотевшая, блядь, надо что нахуй. Сука. Так, вы на подхвате, да? Я так думаю, вам ничего не надо? А у вас фул, да? Да. На входе пидоры, аккуратнее. На входе пидоры, аккуратнее. Какие пидоры? Бля, хуёво. Ну... Пидоры, которые бьют кого попало. Короче, я так думаю, короче, я топ теперь ретрик, нахуй. Я Волонир собрал, я топ ретрик. Сука. Ну круто звучит, да? Охуенно, бля. Я уже предвкушаю, блядь, печать повиновения, слышь, на личе, блядь. На первой фазе. Короче... А ты задумайся, ты этот щит с одной ручкой одеваешь на ретрике и флешками инстантными хуяришь с Волониром нормально. А-а-а. Такое можно, да, делать? Ну. Ты, да, понимаешь, ты понимаешь, что 30 секунд КД, вот я его одену, на 30 секунд с ним бежать, чтобы он потом заработал, типа прок, чтоб появился. Это вообще залупа. Типа так не получится. Такая хуйня. Ты весь бой с ним хуярь. Ты все равно лужу ссышь, блядь. Какая хуй разница? Лужу ссышь, нахуй. Какая разница, что у тебя в руках, если ты дамажишь мочой, блядь? Вот это, говорили, короче, ты... знаешь, игра Postal была, там же всю игру можно пройти с ширинкой. Да. Это, вот видишь, говорили раньше хилы моча. О, боешка. Боешку, а теперь все я будут говорить ретрики моча, блядь. Кто нажмет кубик, отдадите мне силу. Ой, это будет по факту. Отдай. Шо? Я на минуту отойду. А, символ. Я думаю, что это у меня такое в сумке лишнее лежит. Все, спасибо. Саша, ты не ретрик, ты протик. Забудь. Ну, короче, на трэше я топовый. Вот Урги только не меня обогнал там. Да, базара нет. На сумке это... расскажешь. Давай, притон, скаф. А, ровист. Он тут уже на стиве. Ровист, ты тут? Убегай. Тыкнуть. Блин. Бегом осек нахуй. Бать. Сейчас замутаем. Чё гомосек? Не, я дам мунт. В рейды ходи.
А что он там говорил? Он у меня в муте в моем был, теперь я ему общий дал. А, нихуя. А что он, что он делал? Как ретрика, говорит, собрать. Ретрика? А за что ты гомосека замутил? А что, ламит, блядь? Это, подожди, давай потом попиздим. У нас рейд, мы не можем так это прийти и пиздеть все. Давай, это... Проверка и, блядь... Так, осколки анролл. Рыба, я третий танк, короче. Рыба в натуре, ну давай. Где это? В смысле, осколки анролл, блядь? А вы только на ребре, что ли? Не, пока. А чё, гомосек что-то флудил или чё? Ещё его замутал? Ну, он хотел спросить, про как ретрика собрать. А потом начал просто, блядь... Ладно, я тебя размуту, надеюсь, бесполезного флуда не будет, блядь, как от Танатоса, нахуй. Ретрика собрать, 4-4 собираешь, да. И хостовой шмот собираешь. Вот на моего посмотри, там потом допедаешь. У тебя полностью хостовой? Я камни... Еба, я понял, нахуй. А, войд вагон, короче, сказали. Кто отдельно сказал? Камни не представлял на хазу? Я сказал, допустим, и чё? Конец тебе, это, короче, я чё-то... Вот как начнёшь 20 в палку давать? Я 520 дам в палку, сейчас. Смотри просто, блядь. Вот лужа с пула просто, блядь, смотри, нахуй. Опа, блядь. Экзорцизм, нахуй. Просто вообще, блядь. Мутайте меня, я сегодня, может, часть... А лужа имеет критический эффект? А вот это я не знаю, кстати говоря. Тоже интересовался. Я знаю, что она имеет... Я кое-какой эффект знаю, который она имеет, нахуй. Мы увидим его на леди. Ну и запах, герб. Запах. Какой эффект? Слава, кстати-ка, он две шмотки поменял, еще на 2,5к больше в полку. На что поменял, на что? На манускрипт поменял, там, запы поменял. Манускрипт откуда? 213. На освещение? Ага. Да. Танковский, да? Ну да, кстати. Да. Не, как, почему танковский? Там танковский. Да, это танковский идет. А чё, уступите кто-то слот на 40 часа на шамане ДПС проверить? Хорошо, уступит. Только ты говори. Я тебе могу уступить до конца, если хочешь. Ну, было бы неплохо, но мне так чисто, в основном только сурок нужен, чтобы... Как ДПС дела? Вы знаете, что если бы я не лагал, нахуй, я бы вас передепсил, блядь. Давай так, Войд. Если бы ДКБ... Да, вот только что хотел сказать. То нахуй бы росли грибы, да? Как там говорили? Нет, вообще во рту растигли. Нахую росли бобы, блядь. Бобы. Если у тебя нахую глеб растут грибы, то... Блядь, у себя, видимо, растут стрелочники. Не смотри, просто 19 нихуя, нахуй. Просто лоховский ретрик, нахуй. Понимаешь, что если бы я... Ну, камни в хосту перебил, еще там что-то подсуетил, нахуй. Давай, подсуети, Войд. Ты должен как... Я подсуечу, нахуй, все, пизда. Ты должен как... Сейчас он, блядь, все шеем подсуетит, нахуй, ты поаккуратнее будь. Да, натуре, блядь. 3 осколка будешь собирать полгода, нахуй. Я понял. А урон от лужи также от силы заклинания, да, идет? А я хуй бы знал, мне кажется, от АПшки идет что-то какое-то скалирование. Ладно, пойду я... А ты тыкай 25 следующий рейд, да? Надо еще подбить кое-какие капы, добить хосту и поменять один символ, и там еще будет палку больше. Заханыч, ты только не уходи. Да я пойду покурю, я тут стою. Я, в принципе, тут. Ну, про ретриковские вот этот идол, это, блядь, прикольная хуйня, конечно. Ну, вот я сегодня тестил на 3 мульта от 19 до 20к столб. Это стабильного. А это кто говоришь? Политрин. Можно бы тебе потом отписать, пофлудить в ПМ-чку? Поспрашивай. Напишешь. Спасибо. Давай, напишешь. Бабки будут пишуть. Слушай, лужи откатываются, вот эти вот крылья откатываются вообще быстро, нахуй. Да, да. Прям кайф. У тебя с экзорцизмом вот эта дотка, она откатывает. Слушай, ну смотри, просто с нихуя 19. Просто с нихуя. А у них, ну это считай 20-ка у меня, у них 22. Вот и считай, нахуй. Если я типа, ну, домучуть, будет нахуй пиздя. Они там нахуй будут внизу, нахуй, а я буду 25 давать. Давай. Не, ну я шучу, нахуй. Так просто типа... Только ты силу-то, блядь, убираешь. А чё, хантов тоже апнул? Силу-то не останется.
Так а большинство же там еще получает очень от лужи дамаг. Просто я смотрю, что по Сифее в топ-списка вырывается теперь постоянно. Не, по Сифее вообще... Ну так все равно ее. Там все равно в пиздец как апнули. Там сейчас сапта его ливнется 80 минимум. Это очень дохуя. Так, что с бринтролем? ПВП хочешь забрать? Ну, в принципе, похуй. Не подходите. Милики, не подходите. Помощника. Пояс. Мечи есть в рейде? Есть ювелиры. Инчантеры есть. Ты это хинкар? Вот, тебе мобов бить надо, кто мне написал, что мне ювелиров заметку? Че заметку написал? Кто мне написал, что я ювелир? В каком смысле хоть? Это я хуй знает. Сашенька. Юра. Так, или этот самый Мосфир, Трупяшник, Катала, Стелси. У вас нету включенного аддона и ПГП лутмастера, аддон называется. Пока трэш на леди бьют, поставьте аддон. Если хотите, конечно, шмот какой-то получать. Но я на первый раз задам вопрос. Мосфир, тебе этот пояс надо? Здесь ты в Дисе. То я, блядь, чатами не занимаюсь. Помощника, помощника заберите. Все, хинкалинки отдаю, короче. Наручи на танк надо кому-то? Мусор. Консул жмите, если что. Если хотите. За подсолнух пизды сейчас кто-то получит. Убирайте подсолнух. Ты не мой, блядь. Я даже проверил. На всякий. Так, что там? Осколки, кстати, ты смотри, у меня... Какой не было. Блять, зато сейчас таких цифр нету, как 50-60 тысяч. Но все равно дамаг стабильно идет. Ну, экзорцизм, блять, зато критует нормально. Писец, за все время, что мы, блин, трэш-то 4 хитровые только что прокнуло. Ну, ладно. Ой, берите помощника. Ну заберите ревнителя, блядь, ебанус. Гомотек. Что хомосек-то, я не один. Ой, блядь, бещина. Ну, там не просто знаю, один танк держит, блядь, помощника, а другой держит, нахуй, других простых. Хомосек, сука, что? Это, ты вообще, ты кто в душе, нахуй, ретрик? Я смотрю, или... Никитос, чекай. Я бы сказал, кто он в душе, но и так всем известно. Не в душе, а в душе. Вот это, блядь, почему жёлтый, мобы бегают по рейду, нахуй, ты вообще, блядь... Отвечать за это должен. Чё за хуйня, нахуй? Я за тебя... За бабу ответишь. 10 душ проебал, нахуй. Ты понимаешь? Ты отдаешь себе чёрт, блядь. Почему 10? Ну, не 12. Он умер. Мобов, нахуй. Я хотел убить этого моба быстрее, но чё-то рейд не помогал, нахуй. Получилось, что... Получилось, не получилось. Получилось как вышло, а вышло как получилось, блядь. Значит, этот Катава в дис обычно даю, и то если увижу. Ну, проверить, сейчас с босса будет падать, сейчас вряд ли я буду тыкать эту хуйню эту проверочную. Ну если надо что-то с боссов, если, допустим, с обычки какая-то шмотка где-то надо, то включай, если конечно, не ломает ничего этот дом. Ну а так хуй знает, смотрите сами. Ну в Гере, соответственно, если какие-то шмотки нужны, нужно, чтобы... Там просто фишка в том, что вы когда нажимаете кнопку, я вижу, что на тебя одет, и уже могу там задавать вопросы, или... Или будет вопрос, или не будет вопрос, соответственно, какой тебе спектр, там это все. Так, вот рыба. 10 секунд и пуляем. Проходку куда тебе надо? Дайте пристабов, пожалуйста. Ну,
Надо посмотреть, сколько ты даешь. Что у тебя с тактиками на новый контент. Потому что в РС... А, ну, в РС, ну, целка, обычка там вроде как. А чё начали, ну? 10 секунд. Полговна, полговна. Это был полговна. Я сейчас на замену пойду просто. Мы обидели Сержу. Тихо, нахуй. Зачем так делать? Это кринж. Там в гиры проходим, там такие же ошибки кончены. Ебашим его. Ну это типа, тут ничего не поделаешь, такая же хуйня будет в гире. Мы туда придем. Ретрики в контроле, минус рейд. Так, а что, пушки поснимают и все? В чем проблема? О, блядь. Пушки. А лужа что, тоже снимается, нахуй? У него сейчас механика другая. Сколько лужа висит? 8. Нахуя. Ну, нахуй, блядь, все ретрики, нахуй, в хэпалах, чё, в чем вопрос? На дури, нахуй, может еще 7 волонили собрать? Это тем. Ну, одному уже собрали, он в ретрики играет, нахуй их собирать еще, блядь. Я тут... Тут и такого серьезного вызова для Волонира нету, что, блядь. Ебать. Ты понял, да? Вот так вот, да? А, ебать меня, кстати, Хантер уебал, сука, разрывным выстрелом. Разрывную поймал. Что-то мне кажется, вот... Вот просто, нахуй, вот... А что там слева? А вообще, я вообще в ахуе просто. Что, Хантеры, кстати, пушки не снимают, когда их... Меня в фанате уебал. Я видел, что и кого там уебал, нахуй. Просто, ну, танки решили почилить, нахуй. С лестницы то, что моб выходит, не всем похую, да, было? Spirits. А с ребра кольцо падало на метку? Нет. Нет. Мэтфок, сорвись-то резь, а то так еще порубит людей, сейчас будут в контроль брать, ветерка нету от совы. Ну все, по сифе я не возьму, значит нормально. А, у тебя КД нахуй, а кого ты резал-то? Не понял. Spirits. Бануться, блять. Че? Что такое? Я на рейс смотрю. Ну, блять, пошотал фанатик там. Танки чилили. Фанатик пришел с лестницы и разъебал по рейду, да? Не понял. А остальное он в контроле умирает. Вихря нету. Spirits. А представь в Герри, нахуй. Такой сетап. Вот эти лужи, конечно, как бы с одной стороны интересно, весело, нахуй, но... Но они людей шатают, мне кажется, эти лужи. Ну, знаете, на что еще посмотрите? Вы гляньте, как ФДКшника лопнули. Invisible сейчас просто как вырывается. Ну, это хуйня, он еще не вырывается нихуя. Ну, уже, если, ну, если я его передамажил своим обоссанным ретриком. Слушай, по сравнению с прошлым их Т4 тогда не сосали хуйню на этих танков. Я ж говорю именно в сравнении, если брать. Прям метрика. И то это нахуй. Надо найти такую штуку, чтобы минимальная потеря силы была. И вот косты все-таки кап надо. Двойной клинок Феникса. Да. Хуеникса. Еще убить надо. Чтобы Членикса, блять. Не, а вы это можно взять за ханыще меня на замену кинуть, пожалуйста? Ну давай, портуйся. Он очень просится. Портуйся, пусть. Уже вылетел.
Он у нас в шамане своем заломанчу. Очень просит тебя говорить. Ну если он в Дисе, пусть плюсанет там. Да я здесь, здесь я. Плюс не гильдия. Заход. Как же хочется в рейд. Да, Седжу? Поставьте на корабле шкаф. 7800 маны ровно, нахуй. Что тебе нужно? Так, да, по рейд просто. Мужики, а кому-то нужно кольцо с кораблей интовское? Крит скорость? Да. Оно тебе хуёво, мне кажется. Ну, лучше, чем... Шаману? Крит скорость? Ну, лучше, чем... Ну, у него хита не будет, если он наденет. Так вот, ну мне нужно кольцо либо с ребра, ну либо заменить хотя бы это, потому что у меня 245-е с магик, ну с магика с головы. Типа, оно мне больше даст, типа, которое с кораблей. А так, типа, ну да, с ребра, типа, предбисовое кольцо. Схема вообще бисовая. А, ты с пером, вот как ты. Да, нет, мне... Тогда я с пером бегаю, потому что мне как меткость она добивает. А без пера у меня 9, ну там 9.50 меткости. Но так будет это... меньше, ты брасы поменяешь на ТТГшные. ТТГшные, да, брасы мне нужны вообще пиздец как. Они мне, чтобы ты понимал, мне эти две, ну вот эти брасы, они мне 2К подобьют. Я уже на эти брасы купил две полироли оранжевые. Так что я уже это готов. Это кто там ноги забрал, нахуй, кольчужные перед ребром с трэша? На букву L. Что? Что ты хочешь? Кто? Вов Мэйлов. Там бой спросил, кто забрал ноги, он сказал, что ты. Почему Мурадина не танчит, да? Кто? Да, я чекнул. Я тут. Ты. Если что, она за меня. Че, реально у меня ноги? Да, у меня ноги. Кстати-ка, Слава опять проверяли. Слава, тебе ноги отдать? Слышишь, что говорят? Ну, свои не надо, которые там боешные. Че проверяли? Реально, так Захарыч остался без дома, блядь. Вчера проверяли, я Мурадина танчил опять, так и... Там, а причем до 3, до 4 набирает, и все, ну, и пиздец. Ты Войденс шмот надеваешь или че? Нет, это в Т5 он не может меня пробить просто. А, пробить я нет. Щит тебе пробить не может? Есть пробить. Он то ли щит, то ли, блядь, в совокупности идет там... Ну, по... он не может пробить тебе щит, не он... может себе стак сделать. Блин, слава он богу, имбам на твои корабли может будем сносить легко. Пробить, а потом Леха не может, короче, пробить меня после щита. Идет поглощение, когда начинает пробивать щит, тупо в блок уходит, либо в парирование, и все. А у тебя тренька стега тоже на блок, да? Да. Там скалируется же от блока, нахуй, от рейтинга. Там и щит становится больше от блока. Там все равно у него кап какой-то есть же. 25 тысяч. Езжи. Ты что там курнул? А, я понял. Я мусульман. Че, спрашиваешь? Шо там? 32 стака. Ну как дела, Виланя, блять? Хули у тебя там ДПС такой хуёвый, блядь? Ну так крутишь там, блять. Круче тоже, блять, крутану. Крути. Я вообще крутану, блять. Чё он там? В трэш крутит, блять. Я бью вот этих ружейников и, ну, по два. Я не понял, Войд, а почему ты не в холике, блять? Нахуй мы тебя Виланию собирали, блять? Ага. Холик, вот. Всё, сломался спек, нахуй. Ну а с хули? Ты вообще обалдел, что ли, совсем, блять? Да. Что, да? Ну, это пахнет допье. А ты знаешь, ты что, забыл, как каша пахнет? Я натуре, ебать, завангавал, ебать. Забыл, реворк, нахуй. Забыл, с чего начинал, нахуй, или что, блядь? Слышишь, вот эта вся гильда, блядь, страдала, нахуй, мучила. Да, нахуй. А что, забыл, как в Мульдоре вайпались? Как там страдать можно? Там курорт, нахуй. Как там можно было страдать-то, ебать? Курорт, блядь.
На галоне вайпались вообще-то, ну, а, вот блядь. Сочи, а в Луаре просто... Сколько пара. Раз вайпались-то, блядь? А да я, хуя! Я когда был... Слава, какой курорт, там хуями воняет. Я когда на актуале был, нахуй, я в одну гильдию вступил, там челики вообще не знали на него тактику, и такую парашу придумывали. И если бы я, ну, я их в них им не... Блядь, ёбан. Понятно. Если бы, если бы я там не был в ихнем рейде, блять, они бы хуй знает его трайв 50 били. Если бы за 6 часов, да это. Мана. А я трайв за 5 убил им нахуй. А колечко выпало? А ну колечко. Не выпало. Потому что я на алголоне собаку съел, блять. Дайте стрим. Я хвостом подавил. Сейчас тебя врубу. Ну-ка, плащ анролл нахуй. Какую собаку? СТГ? Собака обычная. Так, все, она такая жирненькая. Собака с ТТГ там, да, там такая. Распыл, короче. Снятина. Здесь ещё что не это, не увидел там то, что нажал там, или аддона нет. Лингерну кидаю на распыл, так что смотрите. Вау, ну хочешь верх мастерства, это надо пойти сделать маунта в ТТГ. Верх мастерства, я забил хуй на шею и купил себе долгонога, нахуй, с кинжалом. Ты реально такой пьяный или ты просто прикалываешься? Хули, он пол-литра в рыло сожрал. Трупешник хочет плачь. А причём, сифилис, ты меня размутил, что ли? Ну, вчера тебе размутал, ёбаный в рот. Не, он меня вчера обратно замутил. Клерозник, нахуй. Кто кого? Я его? Он меня вчера обратно замутил. Он дурак вообще, типа, ну... Я не с ним разговаривал. Ну, Роги плачет, дай. С Глебом разговаривал, мне зол замутил. Кто кого замутил? Войт такой, это деду надо. Тебе этот плащ на дорогу? Ну это так, это дорогу, нормальный плащ, бисовый, рыба, с Гера. Сама класс нашел. 4Т4 у Ретрика, 3 кнопки нахуй. Ну, на мой не постоянно, да, три, ты как бы еще поддаешь либо буре, либо удар войны света. Ладно, похуй, я сам себе поставлю. Это чтоб пробелы заполнить, Леха называется. Твою рыбу закликаю, нахуй, блядь. Так, запустил. О, понятно. Все, блядь. Надо, блядь, макрос поставить, ебаный, чтобы тупо один раз нажимать, нахуй рыба исчезала с экрана. И меня сервакикало, нахуй, за хуйню. Я понял, сифилис как хуйня, не читает. Хуйня какая-то, крита нет. Сколько у тебя крита сейчас? Пиздец, 45. 50%. А, нет. Сейчас скажу. Так у нас 5% нету. 40. У нас, слышишь, у нас ни фурика, ни кота. А, ебать, я понял. У нас 5% мили кота нету. Лохи, фурики. Чё, ипати раскиданы по-даунски? И коты. Я манал. Мана. У него над бафом 46,5. Ну чё, нахуй. Я грань купил, момент истины, нахуй. Как дела, блядь? Ай, что за пролаги, ебать. Так, ребята, бопы на воида. Принято. В натуре. Диваны там, блядь, не дайте ему обогнать. Расчехляйте все, что есть. Ребята, сражайтесь. Достать ебаный, сука, молоток. И хилить, блядь. Бля, парирование сходу, ну сука. Даже гляну на этот пич отряд. Ты шо, старый, там обалдел? Я понял. Ну так вот, блядь. Ой, чё, я же говорю, собираем пати розовых, блядь. Бля, воет бог падает. Мочи, пиздец. Дед не может что сказать, дамажит. Кто там говорил, что ретрики не дамажат, а? Ну, нет, сейчас это уточнил, как бы, да? Ты на призрак звонил. Ну, где-то в центре, да, ну, там ближе. Да, призрак еще включите, пожалуйста. Слава, это ты же без манускрипта, да? Да, без манускрипта.
Глеба с манускриптом? Ебут! Я хуй знаю. Без. Ну, понятно. Мне не зашло, что-то я хозяин. Пиздец, почему экзорцизм кредитует по 37 тысяч? Так и должно быть. Это нормально, не очкуй. 37 вообще охуел. Можно еще понерфят? С вас всех, блять, понерфят. Теперь будут ныть, что претриков понерфят. Я им поною нахуй, я их по IP вычислю, блять. Пиздаем нахуй. Распылю их нахуй всех, да? В натуре, блять, на молекулу. Судом, блять, ездить будем. Будет придет шнурков улавливать. Покажу багажник. Значит, я на этой неделе иду в ОКО, да? Да, идешь. Чё там, где элемы нахуй? Где АДК, блядь? Где ДПС? А почему вела не... Ты танчишь или чё? У нас ни одного АДК в рейде. Я? Да, я полутанчу, блядь. Почему нахуй? Ну, потому что агра, блядь, ебанёшься. Агра, блядь, миллион войт. Да? Не замечаю. Да. У тебя побольше гира. Мы с тобой первые, да? Ну да. Типа, ты не считаешься, смотрим, ты не считаешься, ты читер, я больше тебя даю. Глеб на первом, ты на втором. Я в ахуе. О, надо припотик еще один бахнуть, на туре. Писюай, да. Рарник надевает Т4. Ну блядь, ну танки, рарник, ну босса, ну, хоть подвигай, ты шо из этой мочи вышел, блядь, и дамажили. Да это хуйня, блядь, Т5 меньше Т4, блядь. Это не хуйня, тихо нахуй, не пиздим нахуй. Я буду, блядь, вам дамажить. У меня випка 5. Да ну нахуй, сколько? Пацаны, ну-ка скриньте эту хуйню. Да это, только тихо, никому не писать на форум. Кто напишет на форум, сука, вычислю. У меня личная связь. Освещение четверть дамага, ну давай, держи в курсе. Я пошел писать, какого хуя Элема дамажит меньше, чем Ретрики. Да такая никто, блядь, не доебывался, тут доебались. Вот просто... Вот шесть дал первый раз. Слышишь? Просто... Чего? Тихо. Ты не видел ДПС, блядь, на этой, на Ланотеле Ретрика? Нет. Ну, типа... А Invisible Frost? 65к, нахуй. Хорошо, хорошо, я да, понял. Да, Invisible Frost. Мне интересно, нормально, сколько ты бы дал в этом рейде? Почему ты вообще ДПС не зашел, скажите, блядь, сюда? Потому что сейчас... Отойду на 10 минут, потом пройду. Че, давай, блядь, я с тобой CS пойду. Сколько осталось, Глеб? Это запад, первый выпал. Ребятки, общий ДПС какой был? Общий 382. Я не хочу вас пугать цифрами, нахуй. Слава. А этот твою ранимую душу не хочу пугать цифрами. Да ладно, хули вой пугать, я в жизни не видел ничего больше 27 тысяч, нахуй. Мне уже вообще похуй, все, я могу на пенсию уходить. Да, теперь ты видел все, блядь. Так ты уже на пенсии, нет? Нет. Нет? Да, смотри. Надо кому-то еще запыть. Так, Войт, сколько у тебя хосты сейчас? 700. Мэтфокс или Урги, кому с вас отдавать? Урги. Ну, мне типа нужны. Я не знаю, как Мэтфоксу. Мэтфокс. У тебя не связанные персы? Вот эти спи. У меня не связанные персы. Сейчас свяжем нахуй. Одной цепью? Скованный. Напиши мне, Вика Сифилис, да, по-русски там у тебя? Без всяких двойных букв там, да? Да, нормальный никнейм, блядь. Сейчас. Слушай, я вообще охуел. Я думал, я хотя бы двадцатку должен давать, я 27 дал. Это хуйня. А сколько у тебя хосты это будет? А Мэтфокс? 700, нахуй. Просто мне кажется, честно, мне кажется, что хоста так, блядь, типа не решает. Пора вам перебивать. Да, кого? Хостат. У меня 500, у него, допустим, 700, да, и он, ну, меня перемазал на хостале. 1100 хосты. Тем более Лингрен с шемом. И вот видите, что было. Тем более я с шемом. Лингрен с шемом. Випка 4%. Ну, а, блядь, его, да, еще випка. А, ну забей тогда. Типа, блядь, я с випки надо? Я же сказал. Забей. Ясно, нахуй. Я даун, випка все за меня делает, нахуй, я понял. Не, ну она тебе с 30к сколько дает? Она много и все, по факту. Пару косарей? Вы не успокаиваете его. Ну вы сами посмотрите, типа, отнимите у него пару процентов. Не, я лох нахуй, я не умею дома. Все. Думаешь, не про это, блин, мы про то, что типа... Вы чё деда загоняете? Они либо переапают, либо в нулину убивают. Не, я так скажу, это, конечно, кринж, то, что Т5 сосет ногу нахуй. Вот рарник в 4 кусках, да? Хз, я видел, как палы, типа, в этих, блядь, типа в Т5, блядь, 30 дают. В гер. Да мне Т5 дайте.
можно давать тебе 30. Буду давать. Ну, я же говорю, Ретрик в Анексите вчера бил 40 гер, 40 держал. Да. Так это нормально, если он одет и вбисываешь под, блин. Ну, там бисов ретрик 4-4, типа, ну да, там не Т5, но все. Вот не знаю, будет ли Холидрин держать 40, у него и ШМ есть, и все есть. Все, ДК теперь на второй план нахуй уезжают. Да, пока ДК. Сальф у вас нет. Тинкалинка, я понял, нахуй. Бопов нет. Я в танк, бля, переделась, мне похуй. ДПС блинка нитя. Мне похуй, я ЛМ. Ну. Скриншот. Гляньте, кто-то да, ну агро рвут прям вообще. Пока не удалилось. Дайте кто-то скриншот. ДПС с рука, блядь. Сегодня срочно надо стены повесить. Я должен, да, это мне надо, блядь, в рамочку, нахуй. Тебе со скады пойдет? Во. Я хуй знает, похуй, скрин сделай и скинь его флудилку там куда-нибудь. Финальный, почему-то меньше. 10 мест хватит, блядь? Не, кидай полностью раскрыть. Ему 2 хватит. И скрин сделай с своего экрана. Принтскрин, шеф-кинсер. Да, забей, я уже. Да я скринить умею. Все сделал, пусть. Я гайд рассказываю. Там уже скинули вроде. Когда может на раз десятку. Не, но в принципе... Пока не играйте собаку, я убью. В принципе, 19500 на 5 стаках Элема это заебись. Не, это вообще нормально. Элем тоже заебись. Кайфово. Я вообще вот я думаю забить хуй на шем на ДК и полностью на Элема пересесть. Я понял тебя. Да, я не тема. Против, я не против, потому что... Я к чему это говорю? Потому что на Джайне Элемы будут дохуя решать. Ну фазе. Типа я просто еще пообщаюсь с у меня друг как бы бисовый лем на сервере здесь, типа он в робота 34 тысячи ебашит даже после реворка. Там ебать, кстати, про товаров у всех инкаутеры хуевые парни. Я просто ты хочу видел? Узнать узнать у него. Они теперь типа... прикольные танки в Т4, блядь. Кстати, с этим бафом у меня на протоваре анбафом 57 тысяч нахуй выходит с этим ремонтом. Там, короче, не шагу назад он нажимает, клэпает, и у него, блядь, 120 тысяч хп. А почему? Блядь, вы мне про протовары не рассказывайте, нахуй, а то мне старые чувства проснутся, я нахуй сделаю. Я тебе говорю, так там у него еще хилка, короче, на 20 тысяч идет под этими прожимами, блядь. Это забей, там вообще бред какой-то. Бля, как я заебался с ним в один голос за говорить, это просто пиздец. А ты его не замутал или он тебя замутал? Он меня замутил, блядь, потому что я немного говорю. Хотя он пиздит больше, чем я, нахуй. Да, ничего, блядь. Замена, плюсуйте. Замена, Холидрин курейт. Давай сюда, блядь. Где он там? А кто ушел? Не еврей. Еврей, я сейчас унижать буду. Еврей, как дела там, блядь? Я тебе сейчас передамажу, нахуй. Тёма, слышь, как там маги поживают? Ставьте шкаф. ДПС. Притон, это, добегай, сейчас ставь шкаф. Так вот, рыба. Чё, мне ретрика одевать, что ли? Чё происходит, нахуй? Вы не спешите. Ну, ретрик, типа, все равно, вот те, кто с шемами, они и будут сейчас ретрики основные. Так в обычках починить. А равно, кажется, можете хоть знает, 10 ретриков одеть себе сделать, блядь. С вот такими, ну, блядь, Войт, супербафами, у них блядь, агро прям большое. Сейчас нахуй неделя пройдет и зарежут нахуй эту хуйню. У кого агро больше? Это не проблема. Это не проблема. У нас танки в Т5, холидринка не сорвут, с моего мишки не сорвут, с меня вообще не сорвут нахуй. Только с полудня. Скажите, пожалуйста, там лужа типа под боссом срется маленькая, да? Если босс двигается, типа депс теряется, да? Не знаю, лучше не задавать такие вопросы, это, блядь, хуёво. Освещение юзаешь, она за тобой идет. Справосудие, короче, они бегают, светятся, ты не видишь? Она 3 секунды кидается под босса. А при так что, как бы, ну, большого, ну, как бы... Ну, типа, если босс будет двигаться, тебе будет похуй. Ты ДПС не потеряешь. Похуй. Так, давай, здесь замеряем. Мы замеряем. Давай, замеряем. Давай, Виланя, работаем. Я тут припот не пью, я типа на сурке пил. На сурке пил, тут не пью, нахуй. А работаем, блядь. Кто больше, сука. Я хуя. Бля, дайте ему боб, рвет, заебали. Да? Но я первый, блядь. Вот никто боб ему не дал, понимаете, на орке, это пиздец. Надо не боб, а этот... А... Ты босса что-то срываешь или что-нибудь могу включить? Что такое боб? Трупяшка, выбеги, трупяшка, выбеги. Ты мало даешь, иди отсюда. Пошёл, понятно, ой. Заебал. Я понял, нахуй. Ну хоть раз в жизни, нахуй, всю жизнь, блядь. Заебал. Ну играл да, по только тактике. Но сосали бибу. А только в натуре столько унижений, нахуй. Претерпели, нахуй.
И тут сразу все, ой, ретрика сделаю. А мы играли еще, когда он хуй сосал. Не, я считаю. Тебе по кайфу было. Не надо никого, никогда ни на кого писать на форум нах, вот эту хуйню. Типа, если челики у тебя, ну неважно, один там он ретрик у тебя в гильдии или 10 нахуй, и они дают много. Это надо использовать там, где это можно использовать. То есть, например, вот на Келли нам не будет хватать ДПС, я хуяк зайду такой ретрика и просто разрулю все нахуй. Хотя на декабле заходил, но давал. Это знаешь, это как, короче, воет история была. На циркуле как-то дип-вунды забагались на варах. И вары бегали. Я, блядь, варом, сука, в ордынской гильдии какой-то играл. В правой руке шем, блядь, в левой руке дагер за 10 бонусов, нахуй, из ЛК с 1 на 1 скоростью. 45 тысяч ДПС, нахуй, на орке. Ну, прикинь себе такую хуйню. Нормальный, я знаю. Спасибо. А Иланя, вот заметь, только класс какой-то начинает домодить, сразу пойду сделаю. Пошел ДПС, ребята. Это что такое? Все, я знаю. РДД не хватило, да? Да. Миликов много сил. Ну-ка, сколько? 5, вон, смотрите, не еврей лежит прямо рядом с Мили. Это он нас заблевал, вот 100%. А, он с нами, что ли? Вон он лежит, самый ближний к Мили, кастер. Вон он лежит. Тихо, стопните это самое. Ну, упадите, давайте замок. Да, негодяй, не еврей. Не ворота. Не надо никого резать, не делайте ничего. Умрите просто. Вот еще хочет по ДПС, дайте ему шанс. Так, это... Ну, вообще с хилами Гамазек, должно... Гамазек, дай диван. Бля, почему диван, это... Я понял, я пошел на шамана. Нет, тут хватает всего. Да, смотри. И хватает там. Просто, блядь... даже с запасом. Там, да, там должно быть 8 с лишним человек. 9 человек у нас РДДшных. 9 это 9 для страховки. У нас вон маг Мили подошел. Не покидайте. Вон, кинулась блевота, он прям в упор с Мили. Но он умер со всеми, но... Не покидайте тело... А, там... Призм. Но он не должен там стоять, посмотри. Да. Я крестом стану... Она могла на него кинуться и нас забивала. Ты понимаешь, у меня основная обилка это конус. Мне надо стоять в упор. Кого не ебет, блядь? Ну, вот встал. У меня тачки такое. А я паляющий этот, тотем юзаю. Не, да похуй на твой тотем, ё-моё, чё ты гонишь? Не, ты шоки юзаешь, встаёшь на 50 метров и юзаешь. Ну а паляющий тотем даёт дополнительные... Короче, так, всего 9 РДД. Войт, я пошёл, короче, поэтому на шамана. Поэтому мы должны стоять все на РДД. Я на шамана? Да не надо его, оставайся, Лёх. Ну сейчас я врага не буду. Да зачем париться? Если у человека Т4, блядь, почти в упор, смысл, пусть пользуется. Есть второй перс. Я во фроста спекну. Смотри, во-первых, сейчас я назову людей, кто на рейнже стоит. Это пятая пати. Полностью под боссом никто с вас не стоит. Это Лок, это Хант, и это пускай не еврей будет, нахуй. Вот, вас 8 человек. Ну давай еще подстраховку какую-то. Заломаныч может, тоже выйдешь. Заломаныч последний. Пусть 9-м выйдешь на подстраховку, нахуй. Ну, окей. Потому что, если меньше 8 человек в милизоне, в РДД точнее, то он будет считать равноценно, он будет кидать и на милизону тоже. То есть вероятность есть, что он блюванет туда, а там все друг друга облюют и будет вайп, который вы сейчас видели. Ну то у нас РДДшников мало. Я здесь, но... Ну типа ты здесь, и мне кого-то с рейда убрать? Кто чили с миликов хочет? Мьё? Охай. Давай, БПХан, заходи. Ставьте шкаф. То РДДшников очень мало, проблем дохуя будет. На синдре так, тоже... На пул убрал. На синдре вообще кто пиздец убрал? Будет. На пол убрал, да? А ты что, не на пол? Ну не, я на пол, но просто рога помощнее будет. А ты что? Три роги. Бать, там... Ой, две роги и два ханта. Две роги и два ханта, нахуй, чуть-чуть, блядь, не хватает. Что там с наполами-то? Если они будут, ну, нормально пулить, то все будет нормально. Кто еще почилить хочет с миликом? Нихуя себе. И спасибо за МКшечку. Я. Invisible? За ИП. Ты уверен? Керсари. Так, давай, Рианти. Хочет потестить дамаг. О, теперь более-менее. Это же обычка, да? Да, обычка. Все, портуйся, кто там. Сумнём, гляньте. Костя, ты тут? Слышь, арарник больше нас держал на боссе. Видишь? Он жил дольше нас. Он жил дольше нас. В этом всем. Я понял, нахуй. Рарник, мы тебе бросаем вызов, нахуй.
Давай, рарник. Одевай Т4, нахуй. Я расчехляю печать. Принимай Симон, где ты там? Никуда. Чё, куда? На рейндж. Рарник. Лево, право, жопа, голова. Похуй вообще. Мы на... Это тухлый. Пиздец, а нахуй. А чё это, хуйня, я охуешь? Похуй, я короче. Классный, или чё? Похуй на рарника, пускай АФК, блядь, поехали. А кулак, кулак, блядь, ладно, на АП. Бафы. Я каски бафа. Охуенно. Лапки нет. А можно лапку? Дроид. У нас один. О, спасибо. Красота? Да, игра прилично набирается, я смотрю. Да? Да. Мне кажется... Не знаешь, кажется, что? Мне кажется, надо ретрика на копыте ставить, вот эту... демона вбить, нахуй, Солянова, нахуй. Спарта. Ну да, с такой лучшей, блядь. Вообще имбанов. Кто там качается? Меня выкинули. Тебя выкинуло с игры? Да-да. Ну ты пока в рейде. Только оф. Ну чтоб мне игра не зависла. Не зависла. Так босс убить. Ага. Да там так кликает. Может я. Понял. Пиздец, крылья откатываются быстро. А? Не, ну хоть какое-то разнообразие, согласись, то ли ты, блядь. Ну да, блядь. На циркуле как лох играешь, блядь. На бурю на эту дрочишь, нахуй. Да на циркуле хуёво было, блядь. Там фул бис ретриком 20к в ворка даешь, ебать ты бог, нахуй. Ага, на туре, блядь. Я вот, блядь, сколько одевался, у меня бесовый ретрик был, 20-ку дать это было. Вау, нихуя себе ретрик 20-ку дал. Пизда. Кто там этот вофло выбеги? Зато, блядь, за фурика. Я тут, блядь, дамажу, понял. За фурика, нахуй, на циркуле стоишь, блядь. 23-24 ворка хуяришь спокойно, все. Нихуя делать не надо. А чё надо вперед давать? Лужу, потом экзорцизм. Или похуй, экзорцизм можно ебануть, а потом лужу. Лужу, наверное, я лужу под себя. Смотри, с реальностью не перепутай. Реально, блядь. А потом себя ты проснулся мокрый, да, блядь? Понятно. Ебать, мне снилось, я дамажил за ретрика, блядь. Проснулся мокрый. Пиздец, просто охуеть. Ну, у тебя 26, у меня 24. 27. 27, понял. Ну, там цифры разные немножко у всех. Че, убили? Да, забыли. Да. Так, взломалыч, надо тебе эту хуйню. Тебе походу броться надо будет. Ну я, а на рас... я на распыл по консулу типа. Зачем тебе просто менять? Одни ретрики в топе, три ретрика, три в топе. Если никому кровь не надо, я бы кровь взял. 50%. Так еще пассифея. Загруженность 50%? Да. А еще пассифея, кровь? А что, а сколько сегодня Вова? Вообще не будет? Да, от одного. Ну, что-то хуй знает. О, на хосту забирай на ретрик. У меня графика на минимум стоит. Минимум. Но если у тебя прост загружен, то тебе менять придется не только проц и мать, и блок питания, и оперативу. Мать променивать нельзя, знаете. Харам. Это харам, все правильно. Вот сейчас ретрики будут крутить. Это заебись. На слизнях. Слизня выведешь себе. Да не. А чё, магам на этот, на ВХ тоже кровь нужна? Вроде. Да, да, там основа посох, основа посоха делается как на как игран делается. Понятно. И Ваня, а квесты на ВХ такие же, как на ШМ? Нет, их нет. А, их нет? Они блять. Есть, но они там в отдельном. Ну, такие, да, там, они быстрые. Типа тебя отправляют порталом, делаешь. Хочешь? Хотите поржать, нахуй? Я короче, делал камни, ну, покупал ожерелье, блядь. По привычке обоссал ноги. Посмотри просто на мою грань, без лишних слов, нахуй.
Погоди-ка, блять, я это хочу увидеть. И что? Камни поспрашиваются. Бичковский, понятно. Ну так, а Ретрик, чё нужно собирать? Хасту нахуй. А там крит, ебать. Так это старый. А, ты вот все камни на силу стоят. Я понял, у тебя, да, все на силу стоит. А Ретриком чё надо собирать? Не, это я не менял, понимаешь? Я про то, что я в грань хотел силу хаст вставить, а вставил силу крит, нахуй. Ну, блядь, у меня силовые грабли не выделяются. Ребят, сколько это? 1200. Если прям кап, то 1260. А, ну 50%, короче, как АДК. Ну да, но я уже сомневаюсь в том, что ему столько надо. А чё с боссом? А чё с боссом? Ну чё, танки-то есть? Сальву себя. Ретрики, прекратите бить. Натуре, блядь. Сальву по себе, хуярь. Только сорвали, это не ретрики, блядь, сначала. Не, просто танка не было. Почему-то. А где танк? Где? А нету, да. Блядь. А я слизни вожу, это не ко мне. Равник не пробузился, наверное, сдох. Еврей, ну-ка, скоро бы съеби, я тут слезный кота. Что-то я так понял. О, Лингрен ярит. Зачем мне солнце, Монако? Ты Ретрик или Братопал нах? Я Хольк. С Волонером. Про Волонера смешно все было. Да, это было хорошо. Спасибо. Вот, про тебя ссылка была. Если ты не понял. Не, я тупой. Кто понял, тот понял, блядь. Кто не понял, тот поймет. Всяко бывает в жизни. Вообще, я бы с удовольствием бурю покрутил. А, тут уже не бурю, нахуй крутишь. Тут уже, блядь, ну, уже по тапке будет. Тут уже буря тебя крутит, ну. Нахуй, ничего не понимаю. Ну, объект на Ретрика, нахуй. Да-да-да, от скорости. Сюда, ёбаный. И блядь, СПД. А дайте потестить скорый объект. Дайте потестить объект на элемент. Да он нахуй никому не нужен, на боссы. Ну, потестить, ну, чисто по приколу, блядь. Ну, кстати. Чё, я... Чё, я там 20-ку дал? Посмотрите под это. Да, 19. 20 ровно. А, ну заебись, нахуй. Крутой, красава. Ну, блядь, если бы было бы до реворка, было бы больше. Я там за ГП шмот с обычки, ебать. Ну, я по концу его забрал. Ничего и не нужный. Гомосек в 45-й какую-то хуйню одетый, блядь. Мы тут в комнате сдохнем, держу в курсе. Это ты 4, говорит. Я не знаю, зачем, блядь, вы начали бить, но похуй. Дори. Так никто не дает. У нас бидон, нормально, ребята. Мы под волонером, все хорошо, спокойно, спокойно, блядь. Вот, заебал, спекайся в холика, нахуй мы тебе волонир собирали. Какой холик, блядь, 1000 душ надо собрать, блядь, ебанись. Да в смысле, блядь, алло, нахуй мы тебе волонир? Я 57 только собрал. Нахуй мы тебе волонир собирали, блядь. На ДК 200 душ осталось себе. Так а ты это слышишь? Спекайся в холика, когда будем бить трэш, просто грань одеваешь, короче, понял? Лужу кинул, и все, и души засчитают тебе. Да. Да забей, там 25% скидывается каждую неделю. Короче, ясно, понятно, ребята, в льду больше не ходим, нахуй. Всегда жми ГП, даже когда, блядь, ты будешь ниже всех, заберешь у всех шмот, нахуй. Малый на 100 сопротивления нашелся покупать. Бля, по дымкашечка это классно, криты по 50 тысяч летят, блядь, да ты шо. Лаборатория паладинских забот. Это, вот так чисто для справки,
Вот напульщикам скажу, если кто-то с вас до сих пор не понял. Пасифеем, ВП-хант, катала, трупяшник. Вы напуливаете на МТ. МТ гомосек чисто не может быть, потому что, во-первых, он гомосек, а во-вторых, он пал, нахуй, который не может обманывать. Ах, а в-третьих, блядь, МТ Эвилаша. Ну вот это чисто вот, ну, логическая заявочка для вас. Ну, чисто, да после, во-первых, он гомосек был, все понятно. Да, но чисто у нас должен быть мейн холли пал Войт Лайт с Волониром, нахуй, но он что-то решил повыебываться в ретрике поиграть. Блядь. Че меня выкинуть? Блять, да ты не принимал, нахуй, я думал уже другого. Кого не принимал? Я бегу, блин, блин. Кто-то умирает ГП в Айду за то, что они прохилят с Волонером. Бля, ты где бежишь? Мы у профа, блять. Призан, ты тут? Я понял. Что, дураки, блять, иди куклу пей. Первый удар, огненный укус от Заломаныч по профессору. Заломаныч, как дела у тебя, нахуй? Что с деньгами? Ой, да? Сделай макрос, короче. А я не зря его замутил, блядь. Папух, сделай макрос, что ты свапаешься, Волонир в руки берешь и флешкой подхиливаешь. Да какой, типа, что-то типа объявлять надо? Да он не будет, он, блядь, Волонир одевает 30 секунд КД на прок, забей, это хуйня, типа. Да. А, ну да. Там смысла нету. А проф нежить же, да? Ну да. Тут все нежить, если чё. А почему экзорцизм не критует? Ну, видимо, он недостаточно нежить, блядь. По нежити экзорцизм всегда крит. Значит, на половинку. А что, перевели? Лужа, лужа. Сейчас переведем. А-а-а. Там слизнюк. Сдох, конечно. Ладно, я не знал, что зондараски-то там стрелять может, сорян. Смотри, я вот возле профа стою, я его дамажу сейчас. Химба, фиксим. Вязкая гадость, вязкая гадость, бежим. Это хуйня рассала и дамажит, блядь. Вязкая гадость, блядь. Сука, блядь, крыч машина. Чисто жидкий, блядь. Чисто молочка такая. Злое молоко. Блядь, как чувствуешь себя заебись, когда ты даешь дамага больше, чем надо в три раза, нахуй? Да-да-да, успокойся, блядь. Ну дайте покайфовать, нахуй. Масфир, как дела у тебя? Пельмени не видишь, да? Что такое, не знаешь, да? Хинкали знаешь, что такое? Ну это то же самое. Да. Как пельмени, блядь. То же самое почти, только хинкали. Как ты бы к боссу его хотя бы вел, ёб твою мать. А почему? О. Подбивайте сильнее. Пельмени отбегаем. Ты бил? Там будет зеленый. Вот смотри, гайд, как надо дамажить. Колбы, блядь. Ой, блядь, колбы нахуй. Ой, блядь. А, блядь, лох нахуй. Он даже в зеленого не свечается, ты понимаешь, он просто стоит. В смысле, знаешь, какой я в него дамага нанес, я нахуй? Да похуй, сколько. Я встал с другой стороны, чтобы профу отлететь, блядь, не пизди. У зеленого половина хп, он, блядь, стоит профа бьет. Похуй, понятно? Там уже, блядь, дотка. Так это висит. В него полетело, да? Зеленый второй. Нет. Оранжевый. Красный. Красный. Ой, плюнуть успел, нет? Блядь. Успел. Да. Успел, блядь, успел. Злюки. 30 секунд осталось. Меньше, 20. Призм, надо. Ой, блядь, 10. 5 секунд, играйте еще раз. Давай. Аккуратно. Скрыть. Эй, не подходите. А кто там так близко там подходит? Там ребут скоро. Идите быстрее, дайте Боб. Дайте Боб по таргету красного. Боб. Один, да Боб нажми, или блядь. Диван. Да Боб, дал, не, Боб дал, нормально. Дал. Убито. Все, захиливаемся. Там ребут будет скоро. Меня. Да похуй, ну через 20 минут, это же не сейчас. Это друг ретрика фиксить будет. Угу, блять, хуй там нахуй. Я удаляю свой хватит. Он будет в одном рейде дамажит и потом не дамажит. А потом не дамажит, блять. Реально. Я потом удаляю. На стендре снова 8к начнет давать. Дамажит говно. Я понял, блять. Какие вы злые. Вон ханты дамажат что-то. Мочу твою фиксанут с леганца так. Ну кто-то все молчат, блядь. Фиксанут мочу, нахуй.
Я им фиксану, блядь, я их вычислю, нахуй, по IP, блядь. Ну, ретрики как были, мы сейчас так и остались, блядь, по факту. Я хочу у робота прийти и просто убить его соло, нахуй. А жареных гвоздей не хочешь? Жареных гвоздей не хочешь, нет? Можно, можно. На закусочку. И этот долбоёб мне что-то про флут еще говорил, нахуй, понятно, нахуй. На туре конченый. Что зацепился ты, челик? На туре, говорит, красный. Бывший красный. Опа. Я теперь нахуй будущий синий нахуй. Ты синий, красный, ты что, из полиции? Я, да. Последний остался. Ебать там нахуй. Отрыжка пошла. Мусорнулся, блядь, немножко. Я чисто пожелаю Реганина в рейде. Пиздец. Бойт, лучше дай. Сколок? Да, сколок. Скики пропал. Можно, пожалуйста? Это предпоследний. 16. Вот, то есть мне все, вот с этим 14,8. А у меня 16. Забирай. Ну, блядь, вот для совета для... сейчас выпадет, и все. И будет для Геры маловато, конечно. Ну что, все, ластовый остался? Да, ластовый. Да не выпадет сет. Сланы выпадет. Да, выпадет. Сланы не выпадет из своей гонки. Я посох на лане добрал. Я понял, Ваня.